47 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в минувшие сутки в 13 югорских муниципалитетах. В лидерах антирейтинга снова столица региона. Здесь 12 новых пациентов. В Нижневартовске и Сургуте тесты на коронавирус показали положительные результаты 10 раз. На момент выявления у 32 человек наблюдались признаки ОРВИ. У 13 заболевание сопровождается пневмонией. Двое переносят инфекцию без симптомов. Под наблюдением медиков сейчас находятся 4639 человек. Состояние 25 из них врачи оценивают как тяжелое, 11 подключены к аппаратам ИВЛ. Вместе с тем, в Югре за сутки от коронавируса вылечились 60 человек. Таким образом, за весь период пандемии в регионе 55 725 выздоровевших пациентов.